Так, вітаю вас, друзі. Сьогодні ми в гостях у брата Юрія Гаєвського. От з братом Славиком, вони хочуть спіти для слави Божої псалом. Поэтому хай Бог благословить, братя, прошу. Так. Чтоб жил ты не 70, даже не 100, а вечность имел впереди. Спустился на землю, Иисус к нам пришел, за ним ты, мой друг, поспеши. Спустился на землю, Иисус к нам пришел, за ним ты, мой друг, поспеши. Минуты депрессии, печали и горя, и всякой земной суеты. Тебе он поможет, как самый родной, и только его позови. Тебе он поможет, как самый родной, и только его позови. Цени эту жизнь, что Иисус подарил, и помни, какою ценой он купил он тебя, кровь святую пролил, порвал твою связь со мною. Купил он тебя, кровь святую пролил, порвал твою связь со мною. И в истине стань, бронь святую возьми, ищи ее в Божьем слове, и благую весть по миру неси, и вера прибудет с тобою, и благую весть по миру неси, и вера прибудет с тобою, чтоб жил ты не 70, даже не 100, а вечность имел впереди. Спустился на землю, Иисус к нам пришел, за ним ты, мой друг, поспеши. Спустился на землю, Иисус к нам пришел, за ним ты, мой друг, поспеши. Слава Богу, братья, дякуємо. Я напоминаю, що ми на прямому трансляції, поэтому, якщо є можливість, давайте ще один псалом для слави Божої. У нас глядачі додаються потихоньку, дивиться. Так що хай Бог благословить. Будь ласка, ще є псалом? Є. Ну, давайте, для слави Божої, прошу. Напоминаю, що грають брат Юрій і брат Славик. Без. Брат Славик играет на баяне, брат Юра на гитаре. Снова день, снова ночь, снова месяц и год. Ты бежишь в суете, позабыв о Христе. Человек, ты забыл, кто тебя сотворил, спас от смерти тебя, кровь святую пролил. Человек, ты забыл, кто тебя сотворил, спас от смерти тебя, кровь святую. На коленях молись, пред Творцом поклонись. Если с ним ты пойдешь, жизнь избытком найдешь. Человек, ты забыл, кто тебя сотворил, спас от смерти тебя, кровь святую пролил. Ты забыл, кто тебя сотворил, спас от смерти тебя, кровь святую пролил. Ты узнаешь Отца через Иисуса Христа, Дух Святой позовет, и тебя Он спасет. Человек, ты забыл, кто тебя сотворил, спас от смерти тебя, кровь святую пролил. Снова день, снова ночь, снова месяц и год.
суете позабыла о Христе. Да, слава Богу, братья. Ну что, кажут, Бог любит Троицу. Пока мы, как говорится, на свежем говорим. Может, два слова, брат Юра, скажи два слова нашим зрителям. Может, что-то хотел бы сказать? Ну, на украинском. Ну, что скажу? Ну, я думаю, что мова тут не мало значения имеет. Сегодня, я напоминаю, друзья, что сегодня 20 квитня, 56-й день войны, как бы не звучит, но жалко, что столько людей погибают, неизвестно за что, для чего и зачем. Ну, будем молиться Богу, конечно, мы молимся ежедневно, чтобы Господь прекратил эту убийственную войну. Ну, сегодня в гостях у брата, то братья решили для славы Божьей спеть в псалме. Там, что ты хотел сказать, брат Юра? Познакомься с братом Миколой, там, ты сказал, что здесь вы ездили, трудились, где вы там, что там, расскажи. А, со Славиком, да, я уже Микола. Где вы были, где ездили, в каких краинах, чем вы там? Ну, в 2009 році. В 2009 каком? В 2009 році. Ми їздили по Європі від Київської місії з авторською програмою. І Бог дав можливість нам пройти Польщу, Чехію. В Німеччині ми базувалися в районі Мюнхена, там 5 церков. Ми служили в біблійній школі, студенти були зі всього світу, потім пішли через Австрію в Італію, там в 5 церквах Брешія, Бергамо, Падова, Венеція і Тренто в Ірак. Потім ми вернулись назад в Мюнхен і звідти піднялися ще в Нідерланди, дві церкви там ще ми послужили і звідти вернулись додому. Ось така. Ну, да, слава Богу. І участвували в служенні в Пені, да, з братом Славиком. Да? А як прізвище, брат Славик? Серпінський. Серпінський. Що-то знакоме. Ну, а ви що скажете? Два слова. Скажу, что брат Славик поранен, каже, вчера палец отрезал трошки, порезал немножко. Ну, я сам пройшов в хорошу школу. Ага. В хорошу школу ми прийшли, як друзі. І скільки давно ви дружите? В дружбі, таких хороших ми... Відношеннях. Відношеннях зі стосунка вже стільки десятків років. Ну, слава Богу, так. Ну, да. Що 50, нету 40 тільки. Приблизительно. Роки дружите, 40 років? Так. Ух ти, молодці. І всюди нас зустрічали просто чудово. Ми там є пісня, в дорогу мама сина проводжала. А, ми знаємо, так, да, можна співати. Європа співає, Європа вже співає його пісню. Ну, слава Богу, так, звісно. Ну, давайте уже нашим зрителям, давайте ми, как бы, пригостим. Дорогу мама привела. Але давно вже, але... Давайте, друзі, давайте, хай Бог благословить. Ми слухаємо авторську пісню брата Юри. Дорогу мама сина провожала, сліза росинкою і під ноги упала. Іди, синок, но з Господом іди, ведь жизнь прожить не в поле прийти. И думал сын, какое поле, оно в шлебах, оно в цветах, оно в покое. Не знал в начале длинного пути, что жизнь прожить не в поле прийти. Прошел по полю, там в Афганистане, его не сеяли и не пахали. Снаряды там рвались на всем пути, увидел смерти обнаженные штыки. И вот уже родное поле, но не в хлебах, и не в цветах, и не в покое. Снаряды не рвались, но не пройти. Здесь атом стал преградою пути. Душа рвалась и сердце на куски. Ну как же это поле перейти?
когда кругом одна измена и беда. На поле это нет ни правды, ни суда. Когда устал порву погибели идти, слова исполнил Господом дети. Колени преклонил, сказал прости, как мог я без тебя, Иисус, идти. Дорогу мама сына провожала, слеза росинкою и в ноги упала. Иди, сынок, но с Господом иди, иди прожить не поле пройти. Да, дуже гарний псалом, відомий псалом, слава Богу, хай Бог благословить. Ну що, друзі, сьогодні ми були в гостях у брата Юрія Гаєцького, також познайомились з другом Славиком, який грали нам для слави Божої пісні. Так що пишіть, дзвоніть, пишіть ваші коментарі, що ви хотіли почути, бачити, допоможе всім вам Бог. Це було служення нашої церкви, чи фонду відвага, я позовуся нового гостя, пастор церкви, допоможе всім нам Бог, з миром Божим, благословить. С Богом, братья. С Богом. Счастливо.